стихи обо всем, о бровях, о груди, обо всем, обо всем. У нее есть песни, прекрасные песни. Песни, которые могут быть исполнены не только от лица женщины, но и от лица мужчины. И поэтому мы начнем нашу лирическую часть с композиции, которая начинается очевидно, а исполнит ее для вас лауреат международных конкурсов, наш прекрасный друг Михаил Мануилов. Встречайте! Это же очевидно, мне вас не удержать. Нравитесь очень вы мне, но остывает жар. Кто не играл с игристым, не знает куража. Ваш взгляд — нехороший признак, и мне вас не удержать. И я, конечно же, вас отпущу. Это ваш плащ, это шляпа к плащу. Только пообещайте больше не совмещать их. И я, конечно же, буду молчать, но если вдруг напишу сгоряча, вы мне не отвечайте, только пообещайте. Это же очевидно, надо бы полагать, черные кучевые. Пожалуй, не позабудьте зонт. И я, конечно же, вас отпущу. Это ваш плащ, это шляпа к плащу. Только пообещайте больше не совмещать их. И я, конечно же, буду молчать, но если вдруг напишу сгоряча, вы мне не отвечайте, только пообещайте. И я, конечно же, буду молчать, но если вдруг напишу сгоряча, вы мне не отвечайте, только пообещайте, пообещайте. Михаил Мануилов.